Сегодня мы будем лепить два электровоза ЧС-2К. Мы берем оранжевый пластилин, разделяем его на две части. Из одной части мы облепливаем морду. Вот так. После того, как мы облепили морду, теперь мы внизу делаем чуть-чуть крас. Делаем по краям вот так. Сначала мы вот тут делаем с вами полоски две. Вот так. И низ чуть-чуть обклеиваем. Вот так. Такое же делаем и с другой стороны. Дальше мы начнем делать бок. Для этого мы берем красный пластилин, делаем треугольник, расплющиваем его и его прицепляем вот сюда. Старайтесь, чтобы он у вас был выше. Обратите внимание, что у электровозов и локомотивов вот это уходит вверх. У вас должно было получиться вот. Дальше мы оставшийся участок заполняем серым пластилином. Вот так должно было получиться. Дальше мы будем лепить колеса. Берем черный пластилин, скатываем 8 кружочков. Вот мы скатали 8 кружочков. Теперь мы их будем присоединять. Берем наш корпус и вот так. Вот так. Дальше мы будем делать потолок из серого пластилина. Теперь мы будем делать пантографы. У нас их будет 2. Вот так. Теперь мы будем делать окошки. Сначала будем делать лобовые окошки. Вот так должно было у вас получиться. Дальше мы будем делать окошки сбоку. Обратите внимание, что у электровоза ЧС-7 первые маленькие окошки чуть меньше. А это чуть побольше. Наш электровоз первый почти готов. Осталось только сделать вот тут надпись РЖД. Но мы ее сделаем очень просто. Берем белый пластилин, скатываем любую фигуру и вот так вот. И осталось сделать фары. Тоже они у нас будут желтые. Также с другой стороны. Дальше мы будем лепить второй электровоз ЧС-2К. Только уже в другой окраске веселый. Мы специально в другой окраске начали делать позже, чтобы она вам понравилась. Надеюсь, что вам понравится. Берем белый пластилин и облепливаем вверх. Дальше мы должны делать вот так, голубой цвет. Дальше мы делаем черный пол. Вот так. Дальше мы делаем колеса. Дальше мы делаем пантографы наверху. Дальше мы делаем углубление под лобовые стекла. Дальше мы делаем вот тут окошки. Всем спасибо за просмотр. Пока. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайк.